На карте Макеевки Горняцкий район появился в 1975 году. До этого времени его территория входила в состав Центрально-городского и Советского районов, рассказывает Вера Плющакова, коренная жительница поселка Грузкозоренко. На ее глазах район менялся и разрастался. Меньше было построек, меньше было. А сейчас много построек. Красивый стал район. Главная цель сегодня – решение социальных проблем, рассказал нынешний председатель районной администрации. Это и нормализация водоснабжения, теплоснабжения, это и нормальная работа коммунальных служб, это социальная поддержка нашего населения, организация работы по оформлению тех же самых субсидий. Развлекали гостей песнями и танцами. Их исполнили артисты Дворца культуры. На празднование юбилея собрались работники Горняцкой администрации прошлых лет. За эти годы в районе сменились 6 руководителей. Первый председатель Зинаида Колосова поделилась опытом и дала наставление тем, кто сегодня возглавляет район. У каждого свое дело. Каждый делает дело, а оно вливается в общее наше дело. И хотелось бы, чтобы было больше энергии, больше было добра, отношения к людям, сплоченности в коллективах. В будущем в Горняцком районе намерены продолжать ремонтировать дороги и восстанавливать уличное освещение. Уже в следующем году власти планируют закончить восстановление внутриквартальных дорог. Однако поправляются, что любое развитие напрямую зависит от финансирования. Насколько сегодняшние планы удастся воплотить в жизнь, зависит от будущего бюджета. Александр Бойко, Светлана Киктева, Владимир Ребриков, Панорама.